Боровичский район с размахом отметил 90-летие со дня образования. По этому случаю местные аграрии похвастались урожаем, а пекари испекли рекордный именинный пирог. Максим Широковских расскажет подробности. С таким задором гармонь зазывала горожан и гостей города отметить юбилей района. В этот день на Спасской площади раскинулась широкая ярмарка, над которой разносились запахи ухи, блинов и меда. На выставке сельских подворий можно было попробовать продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий, личных подсобных и крестьянских хозяйств. Свои изделия представляли и мастера декоративно-прикладного искусства. На главной сцене актеры здешнего Дома народного творчества вспомнили, с чего начиналась история Боровического района, разыграв театрализованное представление. Затем пришел черед принимать поздравления. От имени избранного губернатора и правительства Новгородской области поздравляю вас с 90-летием Боровического района. И пусть то доброе, хорошее, что есть в вашем районе, сохранялось, и с каждым годом появлялось все больше положительных перемен. А боровичанам крепкого здоровья, благополучия и еще больше творческой энергии и удачи в ее реализации. Поздравила боровичан и председатель областной думы Елена Писарева, коренная новгородка, большая часть профессионального пути которой прошла в Боровическом районе. Здесь прошла огромная часть моей жизни. В этом городе родилась моя мама, родились мои дети. Этот город, который напитан любовью. Этот город, в котором живут удивительные и замечательные люди. Этот город – город огнеупорщиков. Город замечательных коллективов. Это очень ответственные люди, которые живут для развития своей Боровической земли. Я их искренне поздравляю с 90-летием района. И все-таки главными гостями праздника стали местные долгожители, те, чьи руки строили Боровический район. Сегодня здесь проживают 114 человек, достигших 90-летнего возраста. На празднике присутствовали пятеро из них. Их заслуги были отмечены памятными подарками. На пенсию ушла в возрасте 82 года, общий стаж более 60 лет. Аплодисменты Клавдии Николаевне! Кульминацией праздника стал подарок местных кулинаров – пятиметровая ватрушка, ингредиенты для которой произвели местные аграрии. Пирог поделили на части и угостили им всех желающих. И как заметили боровичане, этому подарку они не удивились. Боровический край всегда отличался благосостоянием и щедростью своих жителей. Боровичи у нас самые лучшие за то, что у нас все всегда хорошо. За его прекрасные природные ресурсы, за его озера, реки, лес, самый прекрасный район. Такой нигде не найдете атмосферы, как в Боровичах. Уютный, домашний. Очень натуральные продукты все, очень добрые люди. Из Боровичей Максим Широковских, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.